Сёння 10 снежня, менавіта ў гэты дзень 13 гадоў таму мы пачалі вяшчанне, бо 10 снежня гэта міжнародны дзень правоў чалавека. Бо менавіта 10 снежня, толькі ў 1948 годзе прыняліўся агульную дэкларацыю правоў чалавека. І ўжо зараз з намі на сувязі былы народны суддзя, былы начальнік аддзелу адвакатуры Міністэрства юстыцыі, старшыня юрыдычнай камісіі Беларускага Хельсінскага камітэту і прадстаўнік Святланы Ціханоўскай у правах чалавека спадар Гары Паганяйла. Добры вечар. Добрый вечер, друзья. Спадар Гары, перад усім дазвольце вас павіншаваць з гэтым днём. Ведаю, што вы столькі гадоў жыцця аддалі менавіта тэматыцы абароны правоў чалавека і бадай сёлета найскладанейшы год у гісторыі незалежнай Беларусі. Да, это так. Все мы переживаем эту трагедию, которая обрушилась на граждан Беларусі. И этот день, в общем-то, в этом году мы воспринимаем как тяжелый и трагический для прав человека в Беларуси. Сапраўды, таксама бачым, як парушаюцца правы чалавека, толькі 156 чалавек прызнаныя палітвязнямі, прытым ёсць таксама і іншыя сотні крымінальных справаў, гавораць, што ёсць там палітычны кантэкст. Менавіта сёння ў Віцебску суддзя Наталля Карабліна судзіла Алега Яфрэменку на 4,5 гады пазбаўлення волі ў папраўчай калоніі за тое, што нібыта ён зрабіў падсечку міліцыянту. Міліцыянт адсудзіў яшчэ 1000 рублёў. І вось сведкі гаварылі, што падчас суда, калі было гэта рашэнне агучана, то малады чалавек з міліцыі, ён, калі даведаўся, што вось бацьку дзяцей на 4,5 гады адправіць у калоніі, ён проста ухмыльнуўся, ён усміхнуўся вось так здзекліва. То бок вось гэтая адсутнасць павагі правоў чалавека з боку дзяржавы прыводзіць да проста таго, што людзі губляюць сваю чалавечнасць. Ну, к сожалению, і сотрудники міліцыі, і в цэлым правоохранительны корпус нашей страны, увы, не выполняет своих непосредственных функций по защите прав человека. И мы, по существу, не имеем в нашем государстве надежные инструменты защиты прав. В том числе и в первую очередь, конечно же, мы потеряли суды как именно тот орган, куда можно обратиться и от которого можно было бы ожидать независимого, объективного и профессионального рассмотрения и жалоб, и заявлений, и уголовных дел, пусть даже инициированных государством, но тем не менее, который бы объективно рассмотрел и защитил права гражданина. Спадар Гары, пачыналі сённяшняе выданне з навіны, што мяжу з Літвой, Латвіяй, Польшчай і Украінай, наземную мяжу, закрываюць для перасячэння для грамадзянаў Беларусі і на ўезд, і на выезд. Прыкрываюцца COVID-19. Але хацеў запытаць вашае меркаванне, як вы ацэньваеце вось такі крок? Все было бы хорошо, если бы мотивы этих решений были бы искренними, и правительство реально заботилось бы о здоровье наших людей, от возможности предохранить заражение многих белорусов от этой напасти COVID-19. Но в этом решении, как мне представляется, да и многие это понимают, присутствует политический компонент. В какой-то мере даже этот инструмент хотят использовать, чтобы не выпустить белорусов, которые ищут защиты в западных странах, не выпустить, возможно, тех же врачей, которые здесь подвергаются и репрессиям, увольнениям и прочим издевательствам, вплоть до физической расправы, до незаконных осуждений по административным и даже уголовным делам. Я крайне обеспокоен, многие мы обеспокоены тем, что, например, врач БПСМ, который сегодня под следствием находится за разглашение так называемой следственной тайны, он лишь честно озвучил диагноз смерти Романа Бондаренко
И в этом заключении врачебном было указано, что в крови Романа не обнаружено ни йоты этилового спирта, ни сотой доли грамма, процента и так далее. Но главарь банды об этом сообщил, и вся полицейская, милицейская, прокурорская, следственная и судебная власть готовы принять решение не в пользу этого человека, не защитить врача, честного, порядочного, имеющего гражданскую позицию. Вельми тяжко зразуметь увогуле людей вось у системе, якія дагэтуль выконваюць злачынныя загады. Выдатна памятаем гэтую сцену, як Лукашенко прыйшоў у генпракуратуру, там сядзела каля 100 прокурораў, і там Лукашенко перад імі заяўляе, што інакда не да законов, і ні возін чалавек не ўстаў, не выйшаў, не зрабіў яму заўвагу увогуле. Просто ўсе пакорна селі, паслухалі і вярнуліся далей да рэпрэсіяў. К несчастью, мы все уже приучены к тому, что именно гарант Конституции демонстрировал не раз и в очередной раз продемонстрировал, что он ни себя, ни чиновничество не связывает с действием закона, с действием Конституции. По существу, и я об этом заявлял открыто, конституционный договор между государством и гражданами грубо разорван. Государство сегодня не хочет выполнять свою основную функцию по обеспечению прав и свобод граждан, которые зафиксированы Конституцией и которые должны быть обеспеченными всей мощью государственной власти, в том числе и, конечно, правоохранительными органами и судами. Но этого не происходит. Мы наблюдаем трагедию, человеческие смерти, калечество. Мы наблюдаем многочисленные судебные заседания, при котором закон просто попирается. Судья видит избитого перед собой человека, который находится на Окрестина и даже не выслушивает его жалобы. На кого же может опереться человек, который подвергся пыткам, если даже суд, который обязан по закону обратить на это внимание, сделать все для того, чтобы этот случай был расследован, обязать к этому соответствующие органы, это не делает и даже не демонстрирует хоть какое-то соболезнование к произошедшему и к этому конкретному человеку. Он его осуждает на очередные сутки, на очередные пытки и вот такое правосудие. Разве мы, граждане, можем согласиться с таким порядком? Я могу твердо заявить, в государстве по существу наступает фашизация всех государственных институтов, когда человеческие права попираются, когда насилие становится главным инструментом подавления инакомыслия, всякий сопротивленец подлежит практически уничтожению, если не физическому, то моральному. Люди увольняются с работы, люди отчисляются, молодые люди, студенты, из университетов, колледжей. Многие вынуждены покинуть страну, потому что не видят в государстве своего защитника, не видят здесь перспектив на то, чтобы состояться просто людьми, где было бы просто доверие к ним, и их честь, достоинство соблюдались, а не папирались таким грубым образом. Ось сапраўды ў Беларусі і ніводнай крымінальнай справы не завезена па фактах катавання, узбіцця і забойства людзей. Аднак вось у суседняй Літве завялі першую крымінальную справу. Можа быць, нашыя землякі змогуць усё ж такі за мяжой яго здабіцца нейкай справядлівасці. Дзякую вялікі. Спадар Гары Паганяйла быў маім спадарства гостем гэты вечар, міжнародны дзень правоў чалавека.